браво, Сумур, браво, от души. Итак, друзья, поединок, реальный бой. В самой женской весовой категории, 55 килограммов. Формула боя 3 раунда по 3 минуты. Разрешены удары коленями в корпус и в голову. Правило К1. Очаровательные девушки. Интрига поединка состоит в том, что одна профессиональная спортсменка по кикбоксингу, другая завоевывает право представлять Республику Беларусь по боксу на Олимпийских играх. Возможно, все так и будет, все так и случится, но нужно время. Итак, профессиональная спортсменка, победительница Кубка мира по кикбоксингу, чемпионка Республики Беларусь и мира по тайскому боксу, спортсменка спортивного клуба «Чину», очаровательная Екатерина Радистка Ирига! Ее соперница, очаровательная представительница прекрасного города Заполесья и города Пинска, воспитанница спортивного клуба «Монолит» Олеся Климовец, встречайте! Ребята, давайте поддержим девушек аплодисментами. Как бы ни сложился этот год, за их выбор, за их смелость. Здравствуйте, с вами Чингиз Алазов, 5-кратный чемпион мира, 3-кратный чемпион Европы и 14-кратный чемпион Республики Беларусь. Сейчас мы смотрим бой одноклубницы. Сам я с клуба «Чину». Смотрим бой одноклубницы Вериги Екатерины. Катя начала работать первым номером, более в жесткой манере боя. Сразу видно, боец синего угла,
работает более в челноке. Это работа кикбоксера или более боксера. Бьет руками. Удар лоу-кик, наносит красный угол, мидл-кик. Такая чисто тайская работа, Екатерина работает, боец из красного угла. Вот, левой ногой хай-кик, соперник из синего угла пропускает его. Тип. Удар отталкивающий. Middle kick. Она просто разбивает ее с дистанции. А боец из синего угла хочет подойти в ближнюю дистанцию и пробить какую-нибудь серию. Пока еще не получается. Подсечка бойца из синего угла. Пробила правую заднюю ногу бойцу синего угла. Манера. Катя остается после удара и пропускает левый сбоку. Первый раунд очень равный, но я бы отдал бы этот раунд бойцу в красном углу, так как он больше нанес ударов ногами. И как я знаю, что этот бой проходит по версии красного бокса. Первый раунд, по моему мнению, выиграла Екатерина в красном углу. Подсказывает двигаться больше. Наносить дистанцию удара и врываться в ближнюю дистанцию. А у Кати цель разбить ее с дистанции, взять в клинчик, ударить свои колени и пробить, и на выходе ударить ногой. Катя Ратишко-Берига. Чемпионка мира, победитель Кубка мира по кикбоксингу. Красного Лига, спортивный клуб «Чинук». Закончился перерыв, и мы увидим второй. Второй раунд начался. Это то же самое, что в первом. Екатерина разбивает ногами и врывается на дистанцию ударить рукой. Лоу-кик в ответной форме. Начало второго раунда выигрывает боец в красном углу. Пробила переднюю ногу. Екатерина выдергивает чуть шаг назад и бьет по передней ноге. Ну и правильно, чтобы человека сбить с атаки. Левой ногой жесткий middle kick в область печени. Бой ведет Екатерина Верига, боец из красного угла.
Она больше работает ногами и подключает руки после ног. Правильная работа. Боец из синего угла не может ничего сделать, потому что с дистанции пытается удариться. А под каждое ее действие ударом рукой встречает в область печени левой нога. Работа в клинче. Последний удар за Екатериной. Мне бойцу в синем углу можно было работать чуть посмелее. Идти вперед, самой разбивать ногой по внутренней Кате. И Катя теряется. И в этот момент пробивать рукой. Каждое действие за Екатериной в красном углу. Тип в область. Чуть можно было и повыше. Синий угол начал прибавлять. Больше акцент на руки. Концовку раунда выиграл боец из синего угла. Начало второго раунда выиграл. Выиграла Екатерина Верига. Красный угол. Второй раунд более равный. Боец из синего угла начал выравнивать бой. Воспитанница спортивного клуба «Монолит» город Пинск. Олеся Кривалец, ваши аплодисменты. 27 боев, 20 побед, 12 досрочка нокаутов. Тренируется Олеся под руководством Сергея Аникевича, который сегодня тренирует в бою. Жесткий, синий углу тренер подсказывает больше идти вперед, наносить удары руками. Руки выше, вырваться в ближнюю дистанцию, разбивать руками, снизу сбоку. Я думаю, тренер Екатерине подсказывает то же самое, что и в первом бою. Разбивать с дистанции ногой и продолжать руками, и в клинче быть, руки ставить сверху и бить колени. Удар бэкфист нанес боец из синего угла. Левый мидл кик. Левый лоу кик. Правильно, Катя работает с дистанции. Чуть поддергивает, та бросается. И встреча ногой. Вот, то же самое. Тип. Я думаю, Кате можно было пробить левой ногой в голову на выходе. Та боец в синем углу отпускает руки. Синий угол начал добавлять. Больше акцентов ударов с рук. Екатерина работает в спокойной манере, работает с дистанцией ногой. Правый хайкик в голову. Кате нужно работать больше ногами с дистанции. В уровень мидл кики пробивать. Мидл кик в плечо, в печень. Боец из красного угла устала. То же самое. Мидл кик правый на встречу под правую руку. То же самое. Повтор. Бой ведет Екатерина Верига с красного угла. Левый хайкик в голову чуть довернула в бедро. Можно был бы и нокаут. Правый.
и скрутка. Екатерина сверху, бал бойцу красному было. Правый мидл кик пробила Евгений, Екатерина. Правильно, тут же, по моему мнению, все три раунда можно было давать бойцу красному углу и Екатерине Вериге. Бой интересный. Бойцу в синем углу не получилось сделать то, что она хотела навязать. Екатерина работала в спокойной манере боя, разбивала с дистанции, разбивала ноги, браво лоуки, продолжение, работала руками. И в клинче было получше. Дамы и господа, решением судей, я думаю, зрители со мной согласятся, все три раунда выиграла Екатерина Верига. И достойная победа чемпиона. Зрелищный бой. Интересная манера боя. С вами был Чингиз Аладов, пятикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, 14-кратный чемпион Республики Беларусь. Спасибо за внимание. До свидания. Победителю нашего розыгрыша. Вот человеку, чей билет. Мы номер билета сейчас узнаем. Вот вы видите, сколько поставлено на победу. Внимание, сейчас тут будет падать красная шкатулка. Внимание, оп, 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 оп. И вот один билетик остается. Катя, кто-то рвал этот билет. Мы вызываем ринг обладателя билета под номером 1, 7, 7, 177. Вот этот приз от компании «Тангат». Катерина вручает обладателю билета под номером 177. Где этот счастливчик? Вау! Мужчины! Вот приятно увидеть нам. Идите напрямую. Красивые девушки сегодня в фэшн-клабе, но в модном месте должны быть красивые люди. Мужчины, давайте поаплодируем всем женщинам, которые пришли сегодня в этот зал. Нашим любимым, нашим красавицам. Катюша, внимание, в ринг поднимается еще одна очаровательная девушка. Парни, помогите, сказал он сам себе. Так. Браво, браво, как вас зовут? Лена, Катя. Леночка, вы с парнем пришли? Подарите ему блокнот «Тангат», а к нему все прилагается. Ваши аплодисменты, мужчины, нашим красивым девушкам!